Аэропорт Сдейдов расположен на севере самого большого израильского города – Тель-Авива. Для пассажиров это большое удобство, а вот летчикам и диспетчерам здесь приходится нелегко. В воздухе постоянно возникают авиапробки. Единственная взлетно-посадочная полоса практически никогда не пустует. Я работаю здесь уже 25 лет, и 25 лет слышу о том, что аэропорт хотят закрыть. Сдейдов – одна из самых загруженных авиационных площадок в стране, так что сделать это будет очень сложно. Здесь всего одна посадочная полоса, да и ее нам приходится делить с военными. Действительно, разговоры о переносе аэропорта в менее густонаселенное место ведутся уже давно, но пока этот вопрос не решен, местные специалисты готовятся к самым неприятным вариантам развития событий. Сценарий учений достаточно прост. Пассажирский самолет столкнулся со случайно выехавшей на взлетную полосу машиной. На борту находится более 40 человек. По всей видимости, все они пострадали. К счастью, на самом деле в истории израильской авиации такого случая еще не было. Основная задача учений – тренировка координации действий между военными и десятком гражданских служб. Своих спасателей в Сдейдов нет, но при умелой организации помощь из Тель-Авива должна прийти всего за несколько минут. Аэропорт Сдейдов обслуживает как военные, так и гражданские самолеты. То есть в этом районе мы контролируем и отвечаем за все происходящее в воздухе. У нас наработан огромный опыт, в том числе и в сфере безопасности. Для этого необходимо было обеспечить 100% сотрудничество между гражданскими и армейскими специалистами. Из-за того, что мы находимся в большом городе, возникает много сложностей, но зато в случае необходимости у нас есть возможность обратиться за помощью к тель-авивским спасателям, пожарным, медикам и полицейским. Как показывает опыт, такое сотрудничество приносит блестящие результаты. Как это всегда бывает на учениях, медики, пожарные и военные спасатели справились с задачей точно и в срок. Огонь потушили, раненых эвакуировали, поврежденный самолет залили пеной. И через полтора часа после сигнала тревоги аэропорт уже был готов к приему и отправке новых рейсов. Сценарий этих учений основан на реальных событиях. У нас здесь такого, правда, еще не было, но может случиться в любой момент. И к этому нужно быть готовым. С Сдейдов происходили похожие происшествия, хотя и меньшего масштаба. Легкие 4-6-местные самолеты несколько раз промахивались мимо полосы. Вот здесь, в дальней части поля, разбилась Cessna. Летчик и все пассажиры тогда погибли. Организаторы учений предусмотрительно назначили тренировку на середину рабочего дня. Всем понятно, что в утренние или вечерние часы пик спасатели добирались бы до места событий намного дольше. Остается надеяться только на то, что реальная катастрофа в переполненном Тель-Авивском аэропорту произойдет в удобное для служб спасения время. Сергей Гранкин, Борис Беленкин, RTVI, Тель-Авив.